Так, подожди. Подожди! В смысле, мои приключения закончились? Нет! Я ж только начал. Что значит мои приключения закончились? Ребята, напоминаем. А, вот мне пишут, Дима сохранил. Не сохранился, я не сохранился, да. Поэтому давайте напоминать мне сохраняться. А то я забываю иногда. Буду смотреть. А мы говорили. А я не видел, а я не видел. Знаете, это как у этого, у кого-то там. Я не видел, значит, этого нет, все. Пожалуйста, только не с самого начала. Живот, не урчи. Обед уже скоро. А? Кстати, он это... Почему? Ой, прикиньте, а тут амулет, оказывается, был. А, ну как бы сейчас не до амулета, да? Амулет, амулет. И там был амулет. О! Как много чего узнаешь, когда тебе решат дать пизды. Однако, знаете... Ай, ай-яй-яй, ай-ай-ай-ай, ой. Да я представить не могу. Я молюсь Богу, чтобы вы понимали. Аминь. Как они там появляются? Их что, рожает там кто-то? Сразу трое. Грустно. Стелс. Да. А, мое ухо. Оно заболело. Но лучше ухо, чем... Не ухо. Почему? Говно и воняет. Носок без ноги. Вот так. Никто. Правильно рассуждаешь. В нужном направлении. Носок без ноги. Никто. Все. Что еще могу сказать? Ой, а вот сейчас можно по стелсу стырить руну. Не может быть. Да чё за фигня? Да я не жду от вас вообще ничего. Ладно, ладно. Давай еще раз. Давай еще раз попробуем. Никого? Никого. А, нет, подождите, там мужик. Там мужик. Что нужно делать с мужиком? Что мы делаем с мужиками? Ладно, извините, шучу. Ничего не делаем. Ничего не видите? Так. Открыть. Я тебе что, блядь? Еще манда... Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. А вот теперь я знаю, что будет. Что это было? Что тут происходит? Вы это слышали? Что? А? Стоп тебя! Это ненадолго. Пусти ее! Не денешься! Не дергай! Да ё-моё! Ой, 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 ой! Да отстань ты от меня!
Отстань! Я по стелсу, блин, играю, подожди! Так, господи, скажи это еще 10 раз, может, что-то изменишь? Ты не уйдешь! Ушла, зараза! Да, я такая! Отвязная девчонка, с которой вот, как бы... А! Связываться не надо. Себе дороже будет. У меня что, забот мало? Теперь, говорят, еще и ловят. И не возвращайся! Сегодня мне опять мои глаза... Уехать бы из этого города. Чё? Ладно. Мне кажется, им тоже просто надо дать пизды, чтобы они очень много не разговаривали. Снился мне кошмар. Уру-ру-ру-ру-ру-ру. Тили-тили-тролли-вали. Капец. Чё за люди? Хочешь помочь, как-то с ними поговорить? Они такие бу-бу-бу, бу-бу-бу. Не хочу с тобой разговаривать. Не хочу с тобой разговаривать. Да я тоже с тобой говорить не хочу, знаешь ли? Я хочу, чтобы ты просто лег поспать. Все, доброй ночи. Сука. Что, как ты меня назвал? Я не хотел. Извини, я не хотел. Ты меня заставил. Че сучкой назвал? Между прочим, обидно. Говнюк. Ходун. Ты чё ходишь? Не ходи больше. Ходить вредно для здоровья. Находился уж. Так. Блять! Оказывается, я мог просто по лестнице подняться на последний этаж? Как? Так. Я мог по лестнице просто подняться наверх. И по этой лестнице еще, блин. Ладно. Ладно. И так сойдет. Чё это? Виноград. Это чё? Чё, реально я мог просто здесь так подняться и всё? It was at this moment that he knew. He fucked up. Хотя, скорее... Я немножко охуел, извините. Господи, блядь. Я просто через окно не хочу выходить. Я женщина приличная, я хочу выйти через дверь. Ай. Показалось? Ты меня не видишь! Вон там, на лестнице! Да блин! Прячешь лицо, трусливый. Да после этого говорите, что феминизм не нужен. Ребят. Если мужчины нападают на честную, порядочную женщину, которая просто не хочет показывать свое лицо, это ненормально. Это ненормально. Я не знаю, как с ними разговаривать. Я не знаю, просто увидели, подошли и отпинали. Ну что такое? Вы думаете, ноги у вас сильные? Я тоже приседаниями занимаюсь. Сейчас тоже подойду, отпинаю. Пастор, хочешь совет? Не пей из канала. Хороший совет. Как эти? Держу пари, ты не ошибка. Я раздавлю тебя, паразит! Чего? Ты чё? А как же женская солидарность? Вот, бля, слушайте,
Это как получается? Мужики пинают, ты доверяешься женщине, которая как бы, ну, должна быть своячницей. Своей, точнее. Ты, она такая, эй, помоги. Я такой, да, конечно, дорогая, сейчас подойду, помогу. Она зовет мужиков, и они начинают меня пинать. Ну, блин. Это грустно, знаете ли. Да вообще, слушайте. Кошмар. А морду чего закрываешь? Самого морда. Ой! 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 Чё они все глазастые? Им, наверное, платят не для того, чтобы у них зрение было хорошее. Ну, типа... Дую на ногу. А то я расчесал из-за нервов. Ох. Ну зачем тебе хорошее зрение, если тебе платят гроши? Скажи, пожалуйста. Что? Что это? Подождите! Подождите! Да господи, ты ж боже мой! Я хочу по стелсу это пройти, ну чё вы, а? А, ну блин, за 3-то монеты можно предать своего Иисуса, если ты Иуда? Или ты сколько там, 30 серебряников, 3 серебряника, так продайте ж. С нами разговор короткий, а? Всё, нет же. Ради бездны, что это было? Господи, господи! Так, ну это-то понятно. Чё тут у нас? Сова. Непропорциональная. Вон там, на лестнице! Где? Там? Получай! Подожди! Подожди, я не договорил! Я не договорил, подожди! Ты сказал там, на лестнице! Вот, я на лестнице, подожди! Давай поговорим по-взрослому! Я видел... Шо, бля, пищит? Чё за комар? А, реально комары, прикиньте? Я подумал, что это херня какая-то, тут реально комар пищит. Так. Вопрос, и чё? Видно, я ворван нигде не использую. Ну и... Похоже, ворвани нигде не использую. Через секунду Дима подрывается на ворвани, который уронил себе под ноги. Ха-ха-ха. Тили-тили, тролли-вали, вот и ворвань проебали. Да, так и живем, блядь. Кирин Джиндаш. Враг сзади. Сигнал обнаружен. Прощайте, великий изобретатель. Да блин, почему убит? Я не хотел его убирать. Блин, я загружусь, вы понимаете? Я его не убивал. Я его не убивал. Вообще. Да как так можно, блин? Я его не убивал. Да пока! Меня опять смешали с говном. Но вы еще не знаете, что это очень-очень-очень опасный коктейль. Потому что выпить его придется никому иному, как вам. Ать, I'm fabulous. Это кошмар.
Светсколов, день рождения! И сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Пам-пам. Парам-парам-пам-пам. F, да, минус Дима. Ах, какая кровать, что тут написано у нас? Проработка Соколова. А, можно вопрос? А почему записка об обработке Соколова лежит на кровати? Я, конечно, уже говорил то, что Соколов очень страстный мужчина, но я не думал, что до такой степени. Крепче, чем предполагал. Так, Дима. Убрал свои мысли отсюда. Упрямый старый козел. Это убило бы его, если бы я не был так осторожен с электрошоковой машинкой. Моя цель — сделать его податливым. Податливым, но все же способным помочь мне в разработке новой модели часового солдата. Сейчас каждый часовой стоит... А, стоит. Стоит целое состояние, но я уверен, что мы своим старым учителем найдем способ удешевить их, во. Sexual tension between Джиндаш and Соколов. Yes. Yes, it is. Блин. Ну, реально, типа, записка и там, типа, мой старый учитель и прочее, ребят. Но... Вы знаете, чей стрим вы смотрите. Конечно же, мой. Обработка Соколова, ребят. Мои усилия по тонкой настройке электрошоковой машины пока не слишком успешны. Подавление наиболее досадных проявлений личности субъекта, таких как сила воли, при сохранении познавательных и творческих способностей кажется нереальным. Вместо этого, эта машина превращает субъекта в лепечущее дитя. А в таком состоянии мне Соколов не нужен. Я-то какару, ребят. Какару. Птичка какару. БДСМщик. Так это не я, это... Господи, это... Ну это не я, ребят. Ты чё такое? Ой, мне показалось, это мужик стоит какой-то. Я такой, ты кто? Ой, а чё это? Всего часовых, вы говорите. Насколько я помню, они все наперечёт. Слушайте, ребят, это реально какая-то БДСМ-тусовка. То у него, то у Соколова и этого Джиндаша свои какие-то разборки, то там кто-то говорит, что их ожидания возбуждает. Ну, блин, слушайте. Я, конечно, не хочу искать сексуальные подтексты в игре, но они сами приходят. Сколько? 36, 46? В любом случае, очень мало. Видите, очень мало. В каком-то там клубе у них БДСМ, нам все умрут от зависти. Что часовых механизмов очень много. Вообще. Вообще беспредел, ребят. Это беспредел. Мы попали в какое-то БДСМ логово, серьезно. Кошмар. Сейчас. Эх.